Господин мэр, расскажите, пожалуйста, какая ситуация сегодня складывается в Латакии? Я надеюсь, вы видели, что общая ситуация в Латакии спокойная. Жизнь продолжается. Достаточно пройтись по улицам, и вы убедитесь, что в городе в целом безопасно. Жители занимаются мирными повседневными делами. Прогуляйтесь по городу, послушайте людей, и вы поймете, как они относятся к войне, к своей земле, к президенту. Мы сегодня были в районе Сунфи. Было страшно слышать о той трагедии, которая произошла. Многие люди вернулись в свои дома, но эти дома разрушены, нет дверей, нет окон, все дома разграблены. Люди нуждаются. Какую помощь власти оказывают пострадавшим? Несколько месяцев назад вооруженные террористические группировки, направляемые и финансируемые из Турции, ворвались и захватили 7 деревень провинции Латакия. Они совершили самые страшные преступления по отношению к жителям этих деревень. Убивали детей и женщин. Беременным женщинам протыкали животы. Расчленяли и издевались над трупами. Сжигали мечети, дома, сады и поля. Это действительно были страшные преступления, указывающие их радикальную сущность, на стремление всего разрушать. Далее пришлось вмешаться сирийская арабская армия, чтобы выгнать наемников и освободить пострадавшие деревни. Правительством была создана комиссия по расследованию преступлений, опознанию тел погибших, поиску мест захоронений. Уже найдено несколько братских могил. Мы перезахоронили останки, как положено, достойно, как героев своей страны. Мы делали и будем делать все возможное, чтобы вернуть жизнь в эти деревни. Перестраиваем инфраструктуру. Восстанавливаются электросети, телефония, водоснабжение и дороги. Помогаем беженцам возвращаться в свои дома. Самое ужасное – это погибшие люди. Это страшное, очень страшное преступление против человечности. Не думаю, что в мире есть такие злодеи, которые были бы способны на подобное преступление. Несмотря на все, наши граждане – патриоты. Патриотизм позвал их возвращаться на свою землю, к своим домам. Мы пытаемся им помочь удержаться на своей земле. Не сложить в отчаянии руки, начать работать и вернуться к прежней жизни. Правительством Сирии, администрацией провинции Латакии выделяется материальная помощь на восстановление жилья. Повторяю, что делается все возможное и невозможное для возвращения пострадавших в свои дома. Те трагедии, которые произошли в горах, там виден, я согласен, очевидно, иностранный след. Но наемники не только уничтожили десятки людей, но взяли и увели с собой 115 человек. К нам подходили люди и просили помочь в розыске их родственников, которые, как все надеются, еще живы. Что предпринимается в этом направлении? Конечно,
Свидетели этой резни, которые остались живы и видели, как убивают их семьи. Отцы и матери, сестры и братья говорят, что среди бандитов очень много иностранцев. Из Афганистана, Пакистана, Турции, Саудовской Аравии, других стран региона. Большинство не сирийцы. Это говорят свидетели, которые видели их собственными глазами. Они видели, как эти бандиты не только убивали, грабили, насиловали, но и захватили с собой много женщин и детей. Мы через международные и общественные организации пытаемся установить договоренность с ними, чтобы выяснить их требования и освободить похищенных людей. Переговоры идут, но так как понятие чести у бандитов не в почете, они даже не имеют отношения к человеческому роду. Требования постоянно меняются. Бандиты говорят посредникам. А что вы можете нам дать, предложить взамен? Они не дают никакой информации, ни о количестве, ни о возрасте. Не сообщают имен похищенных людей. И никаких осмысленных требований не выносят. Но для нас это дело на первом месте. Очень важно решить эту проблему. Переговоры не прекращаются. Воспользовавшись этим случаем, от имени сирийского народа президента Башара Асада, правительства, хочу поблагодарить российский народ и президента Путина за поддержку, за справедливость. Сирийский народ не забудет эту помощь. Мы высоко ценим меры. Которые предпринимает Россия для скорейшего урегулирования конфликта законными способами. Россияне достойны огромной благодарности от сирийского народа. В заключение я хотел бы поблагодарить за теплые слова в адрес России. Так что к нам.